Всем привет, вы на канале Рим. Я сегодня хочу показать вам, как посмотреть, кто на вас подписан. Ну, а во-первых, я хочу кое-что сделать. Нет, извиниться. Извините меня, пожалуйста, мои подписчики. Я просто забыл про YouTube. Тем более, это школа. Думаю, знаете. Ну, а мы переходим к теме нашего урока. Тема нашего урока, как посмотреть, кто на вас подписан. Сначала заходим на сам YouTube, потом заходим на свой канал, можно просто отодвинуть мышь вправо, короче, нажимаем на свой значок в правом верхнем углу, нажимаем мой канал, нажимаем на значок и нажимаем мой канал, нажимаем творческая студия YouTube и открывается панель управления каналом. YouTube Studio. Ну и в правой стороне, где-то здесь вот, мы увидим аналитику по каналу, сводные данные, лучшие видео. И тут есть новые подписчики. Говорить, может быть, вы скажете: Рома, ты молодец, ну спасибо за то, что ты нам показала, как это все сделать. Все, мы уходим от этого видео в другое видео. Но если вы хотите посмотреть за все время, кто на вас подписался, вот, нажимаем вот где-то вот здесь, не здесь, а вот здесь, вот здесь вот, то, что я выделил, нажимаем сюда, у вас здесь показано 90 дней, нажимаем за все время, и вот все видит. Ну, и я тут так вот посидел, подумал, как Влад А4, может быть, я его пиарю сейчас, показывает свои данные, подписано, сколько человек подписано, сколько не подписано. И тут вот есть вкладка под ваш канал Dream, вкладки «Главное», «Видео», «Плейлисты», «Аналитика», «Комментарии», «Субтитры», «Монетизация», «Фанатека». И нам надо выбрать «Аналитика». Нажимаем на кнопочку «Подробнее». Короче, мы с вами в этом видео узнаем. Не здесь, значит, да? Аудитория. И вот, что я увидел. Тут показано то, что время просмотра подписчиками 95,4%. Без подписки. Только с подпиской 4,5% всех подписчиков. У нас здесь сколько? 15 подписчиков здесь. Вы что? Не подписывайтесь. А мы быстро подошли и нажали на кнопку подписаться. Она где-то у меня на рабочем столе была. Сейчас я ее даже найду вам. Вот. Как она выглядит. Нажмите на эту красную кнопку, чтобы она стала серой. Мы все ненавидим ютуберы, красный свет. Если вы хотите поддержать человека, которого вы часто смотрите, у которого контент нравится именно вам контент, то лучше нажмите на эту вот кнопку. И он будет очень замечательно рад. Пожалуйста, нажмите на эту замечательную кнопочку. Умоляю. И ты сможешь потом нажать на колокольчик. Колокольчик. И ты потом сможешь нажать на колокольчик YouTube, а не природы. Ты сможешь нажать на колокольчик YouTube, который выглядит именно вот так вот. И все уведомления могут к тебе приходить вот сюда вот. И в правом верхнем углу
будет такой вот колокольчик рядом с твоим значком. Пришло новое видео, тебе вышло уведомление, или колокольчик засиял красной цифрой. Нажимаешь сюда, и ты сможешь посмотреть, какие у тебя получились. Вот, например, у меня здесь горело 2. Мне пришло уведомление на канале «Идет трансляция», и на канале «Просто о мире ИТ» появилось новое видео. Он сказал «Удихо». Ну, а на этом видео кончается. Думаю, я слишком заговорил. И да, придется снимать, а уже какое время? Уже 22 часа 10 минут. Все, мне конец. Блин, родители уже едут. У нас просто машина слишком громко. Скрип по лесам. Ну ладно. И всем пока. Вы были на канале Рим. И если я вам хоть чем-то помог, подпишитесь, пожалуйста, и поставьте лайк. Думаю, вы хороший человек. Хорошие человеки, то есть хорошие люди, подписываются на ютуберов. Ну, я не ютубер, я просто обычный школьник, по-моему. И всем пока!